Я знаю, ты молодец играешь, ты без претензий. Лично, да. Да мы не бросаем. Последняя игра остается, последняя игра. Обыграйте просто. Биться надо. Руслан, пини Ваню Таранова, чтобы он играл нормально в обороне. Не поможет? Руслан, пускай хотя бы сесть. Без старайтесь. Давайте, я очень прошу. Нет, обещайте победу! Я не могу обещать! Если бы я мог, я бы обещал, я не могу! Я выхожу и все силы отдаю! Просто не получается! И вы нас поймите! Никто не хочет в смысле проигрывать! Мне тоже домой с родными надо разговаривать! И мне в смысле уже неудобно! Я телефон лишний раз не поднимаю! Вы думаете, нам легко вот так проигрывать? Да здесь не важно, кому ты проигрываешь. Ребята, я извиняюсь, да, это может быть сейчас вот для вас. Вы будете за это вообще злиться. Но я больше ничего не могу сделать. Не прошу вас понять. Ибрагим! Ибрагим!